Турецкий вал, город Азов. Красиво, но немного грустно. Заводы закрыты, фабрики закрыты, и вход стал платным. 30 рублей для тех, кто хочет посетить Турецкий вал. Но место красивое. А это Азовская сюда верфь. Царство и небесное. Умерло. Здесь строили небольшие катера. Теперь, наверное, это склады. Потому что вон там внизу стоят палатки. А сюда раньше приезжали, написано морской порт. Конечно, круто. Там все внутри разбомблено. Раньше туда приезжали катера на подводных крыльях. И с Ростова, как на электричке, можно было сюда приехать и доплыть до Таганрога. Теперь